Запись. Приветствую всем, с вами канал Стенька Сидем. Решил записать вечерний стрим Огубский Танкс. Название еще вечер стрима. Стрим. Видеоролик. Название еще вечер видеоликов. Удачные выходные в Огубский Танкс. Приятного всем просмотра. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Бам сети. Ты потом все каждый стрим. А я решил просто писать. Да, кинуло меня отлично. Блин. Так вот, искать. Приятного всем просмотра. Вот школа. Школа надоела. Школота надоела. Ой. Так точно. Школота надоела, так точно. Школота это подзабарил. А скоро покачаю я, боевой брат, ты где будет мне меньше, а? Кто за шубу лапу, да? Или будет крутяк. Стоп, может взяться без уного Макса, может танк. Еще я просто не вижу, что в плюс написать. Если меня. Один день можно не поставить. Если я еще пишу, а потом его сделал. Бабулер. Серьезно, я сюда один поехал. Ну и команда, блин. А? Как обычно, в общем говоря, ничего не меняется. Я дальше не поеду. Оно мне больше не надо, что ли? Серьезно, все поехали на левую сторону. Вот из таких призорков мы проигрываем, а? Вы посмотрите, вот так вот начинает танки играть, какую ошибку не совершать. Посмотрите, что делает. А, будет картиночка соответствующая подобрать к этому видосику. Знаете, реально. Либо это хорошо, но пальцы забавно. Да еще учиться надо. Да я говоря, нафиг все. Пускай сами делают. Я один здесь, блин. Сейчас что у нас двое, ладно. Как-то ехать туда я не вижу смысла. Там 30 битв, по размеру мне. Слушай, мы так, она хорошая, неплохо. Знаете, не в такой степени он бронирован, что прям лезть на жон. Ты светляк, как? Так. О, молодец, а это наша. Ой, вообще, едь. Ты чего? Т-30 тама. Издеваешься, что ли, блин, побивать так какой-то.
брать. Вот это годится. Са, убили это, убили. О, годится. А это не годится, да? Вообще никак не годится. Можно ехать, можно. Тихо, меня спокойно попрошу. Серьезно. Какая машина? Пусть что-то пошел. Еще есть сука там. Не, что-то не я согласен. Пробег, потому что у него как. Крути, блин. А блин, достал, сука, серьезно. Ты еще попал в меня. Не, я дивен, как попал в меня. А. Так, 90 где? Не, ну бой, сказать, честно, мог, мог бы лучше сыграть. Что-то надо было двигать, вот так двигаться, а я не знаю. Кажется, с тобой там делать помедленнее или по повороте. Скажем, может тигра на голове был, потому что у меня есть какой-то кто навивал. Чего меня бил? Так, 90 ты где? Слушай, как тугу, если это класса. Обязательно доставать не просто. Так, себя бьешь? Тоже хороший танчик, который все аккаунтист будет тебе следующий. Все понятно, какой там смысл, хрен его найдет. Ладно, цифрилла, главная победа. Если я набил не так не ахти прям много, но все же вынести можно было. Оп, вынести. Конечно, не вынес бы, но где его вынес. Сейчас пойдешь, что ли, меня стрелять? Я бы тебя выстрелил бы. Если бы это ничего бы не было бы. Захват базы. Так. Еще посмотреть, вообще записываю ли я. Ну, 80 тысяч на 8. 40 тысяч. Нормально я попал. Нормально. 40 тысяч. Плюс я это устраивал. Я потом после обоскаю без древника. Посмотрел. Так, второй боёк. Чего ты боялся? Это 50 на КВшке. А, смотри, на КВшке. Сразу кинул, вообще я проверю. Так, это мне не надо. Во. А какой стрим? Я как раз таки это не стрим. Во, захват экрана. Да-да-да. Еще проверить, надо проверить, а? Подписывается. Не-не-не, можно, что-то приедет. Вот. Блин, конечно, у тебя есть. Айо. Степень, закрытый степень. Опять это то не я. Да. Вот у нас сила. Да вот шамаханская. Это шамаханская. А та вообще надоела. Так точно. Так точно. Потому что она надоела, я согласен. Я так бабах. Бабах, отказал. Хороший, молодец. Опять даже пени, как это тут на бою было. Все равно поехал туда, где на базе стоять. А мы вдвоем поехали. А он надо какие-то прикрывает. Я тут придурки, а. Все
на 29. Пушка 11 тоже вообще где. Вот на них, конечно, уже не погнем. Придется перебать эту техновину и просто. О, молодец. Дал так дал. 29. Так попасть нельзя, вот эта горочка гребаная. Мешает, она горочка гребаная. Не уверен, что она делает. Скотина. Тина, блин. Ну пошел всем взад, ну что за бой конченый, а? Вообще не прошиваю, уже все это понятно. Сука, это что за команда, а? Да блять, пошел ты нахрен. Все записывает, да именно такую херню, как я слился, так записывает, а. Вот блин, а. Именно эту херню, а. 3-8, блин. Ладно, черт с вами, я вниз снизу. Меньшая команда, вообще говоря, на коллайде. Говорю, типевой, да? Говорю, чуть тупо, хрен ты пробежишься, тебя легко здесь с уровня. Ладно, блин, черт, мне поехали, если так же погнать, пана, пойду на прыгать, а. Вечная битва. Пускай вторжение. Потом опять обычный бой поеду. Удачи, просто видосик. Танки пришел поиграть, да и все записать. А чисто именно там. Допустим, остановить Илья Фана там или это, нет, там будет досик небольшой. Я в третий режим поиграть только. Сейчас я хочу и обычные, и стандартные, и вот эти. Фух. Так, победить Илья Фана, ну как он доберется от нога, и от смерти. Что ж ты Илья Фана? Я тебе уничтожить Илья Фана, это понятно. Мне больше нравится Тед начал там топ. Серьезно. Да, да. Это прикольно, черная, да, да, туда танк падает. Видите. Все покажет, конечно. О, танк этого падает. Ой. Все так. Все же так. Все какое. Так. Что? Ты сюда твори, а? Ёп! Да ёп, поймите, во, что я не один. Да ё. Мы 208 снял. Сейчас. Здесь танчик это вниз. Пока я пойду помогу, это же я постоянно отсюда еду. Мне больше всего поражает. Как можно не побивать? Как бог можно не побивать? О. Вот, а их сразу вынес. Так все, Левиафан уже по пути пошел почти на гасите, па. Ай, блин, ну все, я гашу Левиафан. Если я не решил гасить, то никто не решил. Он же реально вот пошел. Рад
Операцию Perfect. Не плевать, что там заметил. Ксили пенетрационе. Че, боюсь его. Он так мощный враг. Ничего не скажет. Пенетрация Perfect. Ну его надо косить. Пенетрация. Пенетрация. Какая еще возможность? Пенетрация Perfect. Надо косить. Пенетрация. Все, пушка все развернул на меня. Видел, кто его опасный враг. Опаснейший враг, и вот и я. Вроде не то место, как ты не думал. Еще. Что ж такое, бля, еще и был парку вылезти. О, рука починили. Так, у него 20 540, где это идет косить его, да. Я посмотрю. Ракусус. Пенетрация Perfect. Хотелось бы его уничтожить, но, знаете, выжить хотел бы больше, конечно, хотелось бы. Хотелось бы, то и то, конечно, но и так пойдет. А, сейчас поеду в обычный боёк. На КВ херня была. Вот, оказывается, я где-то снова здесь. Еще 3 раза я получу медальку, другого. Вот медальку получу, вот такую вот. 10 жизней. Рамка событий, этажей Левиафан, 2015 года. Года выпустили телефон 10 раз и не были уничтожены в этих боях. Почему я смерть? Маленько погуляла. Я еще решил не снимать, просто видео записать. Че? Вы? Да ты его, блядь. Сейчас. Да. Одна не хотела. Блин, сейчас классно кинул, надо, я поеду на этом вниз, давай. Либо не дебайл. А меня пригласить. Пожалуйста, пригласите меня. Ладно. Сбоки. Ладно, я один буду поиграть. Я вниз наеду. Потому что лучше низа я для себя не вижу. Давай один.
я так могу поиграть, не понятно, кажется, у меня слот. Ну, играем. Ой, это вообще не может костюм, думаю, вот есть стрим, как будто без костюм. Играем с другом, баком, либо... Даже знаю, как стрим, он без костюм, ничего не назвал всего лишь. Задача на выходные, твой вопрос, а не с последней видео, или последний, там, уже два стрим. Из-за этого я не стал. И только из-за этого просто захотел начать пост на сайте. Короче, добавить сюда все такое. Конечно, я тут добавлю, посмотрю, буду сюда. Алха реально хорошая штука. Просто надо было на нем я туда-сюда. Ёп, за знак. Там не после ПТХ. Лучше вперед. Себе во сколько там. Слушайте, вы чё, охерели что ли? Угасница грёбаная. Скотопад, а? А, это Т1. А, ну куда же без любимая? Что ты творишь, ёпта? Да уходите, уходите, а. О, КВ-1 не может. Там дело не в этом, а дело в суперпуте. Ой-ой-ой. Все, знак свыше. Левую сторону тупо просто порвали, а? Какого хрена, блин? Меняй сервер, все, это уже не серьезно. Фу, тупейшая команда, нахрен надоело. Имбецилы какие-то серьезно. Тут и сервер не работает, да и насрать. И сервак не работает. Команда реально придурковатая. Придурка конечно скотина. Так, на чем сейчас мне поехать, а? Ладно, пойду на тигрюксе, по слову куда кинь, а себе ебать подключаю. О, вообще чёрт кинул, а? О, ещё, блин, я же поставил штурма. Режим, блин. Нам базу защищать, а? И главное поддержать, если не нужно. Вот в чём суть этого режима. Дай захватить эту базу. И все как бы не стоит. Кто не знает, как это. Хорошо иметь два аккаунта на логу, Лёгко. Да. Я даже, честно говоря, не знаю, куда поехать. Хотя, я знаю. Я вечно еду направо. Сейчас я решил поехать налево. Что с этого выйдет? Это 4-5 хороших, так что как-то летит.
Рой тоже неплохо данит. Ну, это, конечно, у него целится, они вообще дерьмово. Я сейчас сюда один, что ли, поехал? А вы все серьезно, что ли? Серьезно? И так тебя побью, придурок. Ты думал, что не побью? Ты слушаешься? Постой ты, а? 28. Двигателя. Пошел нахрен. Четко бы два не понравилось тебе. Моя зода. Помню, какая у него пушка стоит. 4. А, еще. О, спасибо, пацаны. Я сейчас больше волнуюсь, КВ-2. Не, ну из-за этого поехал, реально. Носите его. Тварь, блин, а? Ну гасите его, а? Видишь, сыгова шайтанка, блин, а? Давайте, давайте, гасите, пацаны. Давайте, один раз, есть молодцы, а? Знаете, нормально, вот фигура там очень хорошая, на сайхоне вообще просто нагибать. 1800 набить, это нормально, поверьте, это классненько поедем, а? Так, посмотрим, что будет, или, скорее всего, лучше выйти. А, после боя посмотрю. Что, как там, где? Сейчас лучше не буду смотреть. Лучше дальше поеду. Заставить меня хоть даже 7 минут, 6 минут смотреть, честно говоря. Так. Поражение, штраф за нанесение урон союзникам. Ну что за бред, а? Какой штраф? Идите, же. Они все исследовали, уже полностью все исследовали. Так что потом вот пойду на КВ-1С, потом на КВ-5. Ладненько, пока примчик есть, надо качаться, иначе мы пойдем на КВ-1. А, черная, рада. Барта зла. Чая прикольненькая игра, блин, футбол, финальный гол, будет вообще просто такая. Опять штурм. Штурм. Блин, а. Ну ладно, пускай хочет, пускай будет. И опять защищать, а. Только на этот раз меня кинуло дерьмово. Пошли ты процессе всего лишь. 265 кп. Конечно, дерьмово. Да во-первых, блин. Пока свидешься, они тебя уже убьют 1000 раз. Ну, на тигре мне понравился, я мог еще больше. Блин, и его в топ кинул, это 31-го, а? Реально, я мог больше набить. Я так и знал, что это удар шайтанки, а? Это было сразу ехать туда, и свет. Я бы точно его убил, если бы это было сразу туда ехать, не убивать его. А не стоять ждать. А у меня был. Какой бой, блин, мне понравился, понимаешь? Черт, я. Я еще не база, я даже не знаю, куда ехать. Я уже на 2007, просто не осталось на рацию. Да, 9000, я потом не продам, но нормально, это свои 2007. Больше сегодняшнего видео лишь я куплю, я буду напишу встречу. Покачка 367. Значит, я хочу посмотреть, если у вас 38, потому что на H4. На этом аккаунте уже ответ есть, что я не учу. Вау.
Никто играет нормальный танчик, никто и плохой, но каждому свое. Черт, а блин, может поскучал взять, а? Ну типа ты хочешь долго сводиться, блин, просто пипец, а? Ну сука, разводит сейчас. Да, это тебе. Ёп, ты сейчас 7, да? Сейчас 7 кристалл стоит. Блин, как она долго сводится, а? Вот, видите, как долго сводится. Пока сведешься, блин, уже убьют, а. Себя, если, блин, на одну сводится, то лучше не сводится. Просто громко тысячу раз. Сождёмся и убить тебя. На месте вообще лучше не стоять. Будет, если честно говоря, так себе, блин. Одну артурку убил, блин. Вот, спасибо. О-о-о, вот это класс, а. Вот это чётенько, блин, а. Ну, я пишу всем. А, это видеоролики. Нагиб. Нагнул на 131, получился на калибр. На классе первой степени. И отметку на стволе. Отметка, одна отметка. Две отметки. 6-5. Я просто нагибнул. Вроде я больше всех набил. Ну какого два? Какого два, так я считаю, убил, а не раз попало. Я просто нагибнул основной калибр. Несколько точно получил. Я поскучный, бля, ты убил. Ой, красавчик, да. Не, вот это паёк классненький, зацените, серьезно. Так я пишу. Нагнул на 31, получил основной калибр. На классе 5 степени, нет, ба, смотри. Реально, не зря я все это записал.
безопасники, блядь, говорю. Слегка у них вообще нет. Так ладно, сколько там мне осталось? Сейчас мы смотрим. 963. 963, это херня. Так, кто в сети? Так, ты когда последний раз был? Блин. В сети. Там я уже друг суперсерго. Ну это ж там 963 накопить, уже там можно продать. Под... Еще мне осталось на кого-то немного. Может, делали это скинер. Посмотрим, список скинер. После этого точно можно дать скинер. Или что-либо. Покупка и прокачка. Покупки, прокачка кого 3 или прокачка точно 7. Я сейчас потом здесь куплю его точно 7. Буду качать. Я не точно совсем ни разу не менял, у меня была другая фигня. Это идет. Дальше посмотрю на E4. И теперь я решил по-другому пойти, а то все же постоянно одно и то же. И я решил цепленько испробовать. И никогда не буду точно 7. Не поверить, на что он последний. Так и немножко говорят. Танчика. Ой-ой-ой, у меня вообще не добивай. Тварь, блин, а. Не вижу этот гребаный танчик, это что-то уровень, нет, тварь, а? Никто не помог, никто, блин, никому это не надо было. 20 урона, это херня. Что это по таки лучше играть далека? Ладно. Сейчас... Здесь я уже тоже исследовал. Даже по таки 5 уровня, могу эту купить. Вот вот этого видосика я купил, вот я покажу, вот это. Здесь одинаковое исследование. Типа она, чем лучше видно, что она шустрее, а на броне вообще нет. Он лучше, но у него это же броня есть, но он видели. Хорошо. Таково как? Таково что главное. Для меня, конечно, и броня тоже хорошо, но. Ладненько, так, так поедет 250 поедет. Видите, здесь меня вообще 27, у меня осталось здесь немного. Кого 3. Ой-ой-ой-ой, даже так, а? Ты хочешь как другую, бы я вообще радовался бы. Оба! Ты совсем как слота, как у первого. Сны бы ему не было, но жалко, но у него вообще конченая слотка, он очень долго занимается. Я вообще это, вот этот танк хуже, слышишь, чем ты говоришь, я ехал.
Я эту карту вообще не люблю, чужой танк. Я люблю только ее на лёгкой. А, где? Так, ну, я чужой танк не люблю. Не играй. А, тупейшая. Да. Следующий день. Сегодня же я и буду. Видеоролик, а? Пиши его, работаю. Сделай какие-то примеры. Если я пиши его, пиши его. Так, иди в попу, а. КВ-2. А, нет, не КВ-2. Всё, все 5. Да, тоже будет эту руку кого-то качать. Квас. КВ-1С. Раньше такой 1С был просто квас. Ну, тут танчик, но тем, кто мне очень нравится, да. Вот это, блин, его поменяли и поставили туда квас, а. Вот он сказал, нахрен, ай, такое делать. Да, я сегодня куплю 3-6-7. Кус. 17, я могу его не связать, да? Что-то не особо она попадает в нашем. Уходи! Ненавижу я КВ-2. Больше я ненавижу. Вот эту блядскую тварь. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Блин, не попал. Сыграть здесь миссива. А, блин, как же тебя ненавижу, а? Даже с конченной пушкой я попал по ней. Блин, она достала, серьезно. Надо быстрее себе уходить. Зачем она покоя ей даст? Помогать нашему КВ-2. Справился на КВ-2 справляться. Во-во-во-во, это просто арт, блин, артстрел, как говорится. Попал. О, годится так. Да, это мне не нравится. Бля, 350, да? Бля. Я ненавижу тебя, достала ты меня. Убей ее, пожалуйста. Как же долго идет ремонт, да? Очень долгий ремонт, если да. Как долго все чинится? 50 минут. Я сейчас говорю, я экипаж просто не прокачен на нем. Если экипаж просто не прокачен, то плохой танчик. Сказать, очень неплохой. О, малой среку меня убил. Классно, тварь. Ну вот так поспешил, где я спешил. Пошел нахуй. Вести уже хорошо. 3-4 тваря. Крыса мелкая. Крыса, что ты меня видишь, тварь? Мелкая крыска. Что, блин, я сделал? Опоздание, серьезно. Вот, блин.
прокатиться. Во, поскучего получила. Давно я хотел получить поскучего. Есть, я получила. А где тут гребаный ТТ-4? ТТ-4, а? Где ты, мам? Да, крыса. Крыса, он даже поехала. Там стивы блядские, а где? За мою муки. За мои отрицания. Бери базу, все правильно. Долго его отдав до убива. Ай, ты ко мне не поехала. Ты ко мне, пожалуйста. Ублюдина. Я убил бэк ему. Есть, все, починил, успел. Опять не гибнула. Это 70 тоже хороший танчик, я и говорю. Блин, четверик, а. Здесь, конечно, основной кальбы я не получил, как на тигре. Но, все же говоря, хорошо, класс играл. Так бы со стриме первого Б. О, Вася, основной калибр, ответка, ёпта. Еще что напишу. Нагибнул. Нагибнул, что с первым получилось, как либо ответку. И нагибнул на 150. И нагибнул на 150, получил основной калибр. Дарь поскучила и мастера. На классе мастера наконец-таки добился на нем. Наконец-таки. Давно я хотел. Блин, а чертки боя. Посмотрите реально, чертки боя. Блин, просто я нагибнул. Блин, просто я обтрюкал их все, не знаю. КВ-2 у них будет для этого обману, кажется, а я еще не КВ-2. Ага, вообще все сказали, ну бывает такие бойцы в твоем мире. Ну все же говоря, мы дали дёру, дали, о, боны за полученные награды, за го, кто это прикольный, еще боны получил. Последний, блин, танчики вообще хорошие. Блин, наконец-таки, еще бы понял, если четверик убил, еще бы понял, где это, понимаешь? Еще бы экипаж убил, ну, по-моему, я тебе и сказал. Так, ладно, пойдем все на МХшке. Тоже мой хороший танк. В один день получить, блин, 2 основных калибра и... Вообще, черт, какая? Серьезно. Ой, здесь я даже не знаю, куда ехать, а? Реально. Могу и налево, могу и направо. Ой, извините, база. Смотри, хуя. Ой, чёрт. Да, напишу. В описании. Нагибнул на 31, получил основной калибр. Отметку. Ага, похоже на этого стволе. Да, и еще нагибнул на 150, получил, и еще нагибнул на 150, получил основной калибр, доедь давай. Основной калибр, послушай мастера. Я не думал, что я так не буду нагибнуть на 150, Серега. Я рад, что ты 34, на меня поехал. Говорю, что попадет. Значит, это сейчас не проходит. С еще экипажами. Прокачать вообще бы подвесили. Фотка у него получше, знаете, да? Если вы не будет хорошая, как.
8. Такой Вася у меня шалит, да? Это я сегодня стримил, не писал сегодня. Вообще не любого стрима. Я не спешу, никуда не еду. Со спешками всегда хорошо. Вот вам мой совет. Я по себе знаю. Поспешил или не спешил? В чем дело? В чем дело? Поимиля бы. Сиди, уходи. Куда ты поехал? Меня вижу. Помогать нашим гостям. Ага, все, едем помогать. Еду, еду. Еду я. Все, поехал на базу, потому что сейчас идем по воду, надо ее защищать. Срочно на базу возвращайся, Дима, открывай за окно, едь. Да, если я еще успею, блин, команда как обычно, фиговая. Где попытаться, знаете говоря. Пытка не пытка спасти базу. Я согласен, что ты долго сосе. Давай, давай, за тоди тебе базу возьми, не знаю, что угодно. Мы как сможем соберем. Здесь двое еще и КВ5 там, а там еще будет собрать. Пейте бы базу, ну что же такие придумки, да? Много сосник, я. Давайте, сбивайте, а. О! Это самое нелепое поражение в мире, а ну что за придурки, а? Честно, придурки, а? Я тут тупейшая команда, может просто полностью хорошо сыграть, а? Вот это конченая из конченых команд, я вам говорю серьезно. Тупейшая в мире команда, а? Может так играть, блин, а? Пробиваемая медаль хорошая. Смотрите, придурок, а ну что это за дебилой, да? Честно, пионерская, бля. Хотя, мне, честно говоря, не агентуры, вообще никто не агентуры, уже не судьи, не мира, бля. Не
придется пытать на этих дом. И победили, потому что наши придурки. Ладно, начинаю, еще раз на тебе поеду, а. Нравится мне этот танк. Только карта не нравится. Если бы он побыстрее был бы, я бы успел бы. Я это не люблю, да. Что еще будем, не знаю. Либо поеду опять на... Если подошли что-то уровня, там немного опыта осталось. Либо... чем-нибудь другом. Надо снова техники, так что больше было. Только я досик записывал, больше техники было, но больше не гонял. Я не хотел, что сейчас надо ангар свой расширять. Новой техникой. Вот так два боя накипнул. Я напишу. Я не слышу. Вот так бы я с ними первого боя, два боя бы накипнул. Настолько любого уже. Только на стиме так не прет, блин. Все, блин. Снять это тоже хорошо, это надо уметь, да? Реально попал. Все-таки побил его. О! Годится. Годится вообще. Скотина уехала на наказание. Блин, я убил бы его. А, сейчас он меня отвлекается отсюда, сюда. Вот я рад, что не только так сыграл, а. Ну, брат, что я могу сейчас сказать? Да нет, что ли? Они тоже самое больное. Блин, куда пошел патрон? О, куда он ушел? Одним разным словом говоря, в попу. А, все, Дима, так, не спеши. Спешка не всегда хорошо. Еще, забыл где. Все это от того, кто сейчас спешит. Спешка это вообще не хорошо. Поеду я.
пошел нахуй, блядь. Мне ублюдки не нужны. Пошел ты нахрен, блюди, на блин, я достал, любая ублюдка достала меня. Да все, блин, уже понесло в кузе. Либо утро, блин, а. Тупейшая команда в мире, история. Это как беда, блин. Куда ж безлюбимая, ну куда, куда ж безлюбимая, да? Как она меня достала уже. Сука, ну просто достала. Просто, сука, не выпешивай, да? Невозможно, а? Сука, этот мой ступит, да? Стала меня уже на. Сейчас я что за танк? Ой, а? Сука, мы тебе не спокойно пошла, бля, серьезно что ли, блядь? Не помню какой, да? Или как, блин? То, что можно назвать. Как у меня, блин, легко прошил? Сука. Бэйл. А, говдой. Как можно легко так побить? Ты мне сейчас имели Евмандуа. Да ты суп, ты сделай нахрен. Блять, нормально поиграй. Моя себе. И Мэйс еще тупит, да? Не вовремя. Да блин, Максим, да где ты наушники, бля? Какие-то, блядь, слушай, херню. Еще раз нам хапаю, да. Когда мы снимаем в сети. Это как что поставить, так сразу, бля? Мысли, реально, все тут
что опять поедет, то есть я пока. Ну, блин, пойду я, но я поеду. Паузу. Не-не-не. Смотри на баланс. У меня КПС 4 занёс 4 нормально. Прошу меня в том бою, жидко, а? Чё мне так важно? Бил МС, вы видите. Команда уже начала вообще тупее, что-то. Походу, наверное, завершали. Да. Завершаю. Команда просто имбецила. Типа просто делаю, что он просто почему не едете вы туда, ну нахрена. Если вы можете победить с соседей, какого-то не будет делить, я буду тупаривать. Такие заняты по техере, а?
выбрали комплект, за что я получил нам хайта. Советником, что за команда? Что он? Каким хреном он так, блин, нас херачил? Да после. Вот что ж три танка или часов только по одному бою управляю с этим танком. Да я вообще такая. Второй не пойду. А мы все равно везде походим. Ладно, все еще раз нам хапа еду, а. Шучу-то снимали, вы победы достигать, не мы завершить видосик, а. Надо, ну начал победить, а не серьезно. Неплохой, а. Так, кинул у нас оттуда. Ладно, не важно. Так, на тундру видно, видите, какая коротейшая, классненькая, паренькая 4. В то скорое время мы, может быть, завтра с другом стримить продолжение прохождения дополнительной кампании Фракашидена Йети, а 7-я миссия. Давно уже не записывали. А может быть и другую. Даже не поехать, я с моим таймайсом. Да, да, хыба, лево-право. Всем удачи. Да, побольше бы таким. Так, 34. Так, 32. Ну, очень правильно, мы все поехали. Больше, честно, туда поехало. Таскать больше. Брат, если бы мне еще ТМСа убил. Ой, что-то мразь, а, что-то мразь, пожалуйста, убейте ее. Я больше ее пугаюсь, чем всех остальных. Команду, блин, а 5-1-4, блин, а последние бои просто вообще улицы, блин, да. Если бы толпа поехала бы сразу, потому что Париж не дурак, а имбецил, просто имбецил, он хатит, хоть придурок, а. Пробил, а?
Как так-то? Как так-то легко так-то? Вашим типа бьем. Нет, что-то новенькое, блин. Давайте, помогайте, помогайте. Ёбаный МС, блин, а? Сука, блин. Не, всё нахрен, я завершаю. Вообще просто не придумал, я поставил. Помолчи, пожалуйста, заклепал. Всё, вообще просто не придумал, всё. Нахрен. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Всем покеда. Если сообщение реально не придет.